море писаете вообще? Иногда. Серьезно? Да, я честный человек. Вот почему-то москвичи все честные. И все писают в море, да? То есть сибиряки такие, не-не-не, мы не такие, мы так не делаем, мы культурные. Они, наверное, держатся. В смысле? А стойкие, да, такие суровые сибирские ребята, да? Да. А как вы это делаете? Расскажите, вот механику, схему там. Не, ну я не настолько честная, не настолько открытая. Честная, но не открытая. Причем интересно же, просто как вы подальше отплываете, или прямо вот где все там и вы? Подальше. Подальше, да? Конечно. То есть, вот, все, кто я все-таки там, более приличный человек. Все, кто сейчас там далеко плавает, они вот, ну, сейчас вот можно их уличить в этом. А я сегодня не купалась. Вы не купаетесь? Нет. Не, я имею в виду, кто сейчас там плавает, они, их можно уличить в том, что они... А, я думаю, да. Да. Понятно, это засанцы. А вы что не купаетесь? Да, как-то неохота. Не так жарко, прохладно. Ну уже. Да, уже все, осень уже чувствуется такая. Вчера пахнула осенью. Тоже на пляжке ездили подальше отсюда, чтобы не купаться в этом всем. А как вы вообще, вот, ну вот, заходите, вам приятно само? Вы же в саки заходите. Зато все раны пройдут, знаете. Да, уринотерапия типа, да? Уринотерапия, да. Ну, вроде как своя должна быть моча, нет? Ну да, но главное не глотать. Будет потом как чаек у этого. Ну да, чефир. Ну да, своеобразный чефир. Ой, весело с вами. Ну а вообще как к этому относится? Нормально? То есть, ну, сходил, там пописал, да, все растворилось. Слушайте, главное не какать. Второй человек, кто нам всем так говорит. Не, не какать долго тоже вредно, конечно, но в воде не стоит.